По нашей традиции я, наверное, дам вам еще один такой или серию лайфхаков. Вот то, которое можно применить хоть завтра. Смотрите, вообще я вам рекомендую так, как управлять личными финансами. Проблема в том, что люди говорят, что у меня маленькая зарплата, большая зарплата и так далее. Абсолютно не имеет значения. Пусть хоть у вас зарплата хоть 30 тысяч тенге, хоть 50 тысяч, хоть 60, хоть 60 миллионов. Это правило, в принципе, работает везде, особенно для людей, у которых маленькие доходы. Первое правило – я всем рекомендую сначала 10%, я называю это налог на будущее. Всегда откладывать 10% сначала. Проблема большинства людей в том, что они сначала тратят, а потом пытаются сэкономленное отложить. Так не работает. Сначала нужно заплатить налог самому себе будущему. 10%. Второе, это налог на безопасность, это еще 10%. Это когда вы покупаете страховки. То есть у каждого в жизни обязательно происходят какие-то несчастные случаи или непредвиденные ситуации, поэтому нужно создавать свой страховой фонд. Вот 20% у вас улетело. Почему именно цифра 20? Это не только вопрос закона Паретта. Дело в том, что есть обширные исследования, в том же Гарварде, по-моему, проводились, где было доказано, что 20% расходов человека абсолютно ничего не значит, которого мог легко отказаться бы. Легко. Это то, что, ну, будем так говорить, низковисящие плоды. Легко может отказаться. Так вот, вы сделаете наоборот. Поставьте налог, заплатите 10% самому себе. Второе, 10% сформируете страховой фонд. Это то, что неприкосновенно. 10% вы можете инвестировать, а 10% это лучше покупайте страховки, либо держите в кэше, но подальше от себя. То есть надо от себя оградить. На третьем месте это, я считаю, жизненные расходы. Это продукты питания, это одежда, это обучение детей, ну, то, что, без чего вы не можете жить, то есть коммунальные расходы там, и так далее. Это на третьем месте. На четвертом месте – качество жизни. Смотрите, после того, как вы закрыли жизненные потребности, не снижайте качество жизни, то есть ходите в кино. Видишь? Угу. Спасибо. Ходите в кино, ходите в театр. То есть это одна из больших ошибок, когда люди начинают экономить, они прежде всего начинают экономить на качестве жизни. Когда вы экономите на качестве жизни, сразу же начинает падать ваша внутренняя самооценка и самоуважение. Только ваша самооценка и самоуважение упадет, вы начнете зарабатывать меньше. Это то, что ты вначале говорила, что я когда трачу, я начинаю зарабатывать больше. Потому что ты повышаешь свою самооценку и самоуважение. Ты относишься к себе как к королеве, и, соответственно, доходы начинают расти. Смотрите, свойство самооценки и самоуважения не в том, что ты начинаешь от мира требовать больше. Самый основной лайфхак в том, что от высокой самооценки и самоуважения ты начинаешь более требовательным быть к себе. А это значит вовремя выполнять взятые на себя обязательства, выполнять как можно больше дел, качеству требований выше. Вот то, что ты говоришь, можно снимать в Октаву фильм про Африку, а можно ехать туда, потому что важно. Это опять то, как ты сам себя оцениваешь, сам себя уважаешь. Для тебя это непозволительно снять про Африку в Талгаре, потому что это неуважение к твоему зрителю, к себе там, и так далее. Да, поэтому вот на четвертом месте не снижайте качество жизни. Вот повторюсь, заплатили налог себе будущему. Дальше страховка. Дальше жизненные расходы. Без того, без чего вы не можете просто физически. Это не ваш выбор. Дальше качество жизни. И на пятом месте это уже крупные покупки, как машина там, еще что-то. На пятом месте. И дальше на шестом. Все, что вы сэкономите здесь, вкладывайте в свое будущее. Вдруг вы здесь сэкономили. И опять? Пускай это будет не 10-15%. И таким образом вы постепенно выберетесь из этой, ну, не скажу нищеты, но из этой ситуации. И тогда вы начнете управлять своей жизнью, начнете управлять одним из своих ресурсов под названием деньги. Теперь, если брать об инвестиции, об этом больше всего вопрос возникает. Типа, я коплю всего 10%, у меня же еще мало денег. Куда инвестировать? Я вам скажу, инвестируйте безошибочно в саморазвитие. Безошибочно в саморазвитие инвестируйте до тех пор, пока вы не поймете, что вы, у вас уже благодаря саморазвитию увеличились доходы, и у вас уже есть деньги для того, чтобы инвестировать в другие вещи. В акции, облигации, депозиты, бла-бла-бла-бла. Но саморазвитие – это номер один. И в саморазвитии это управление своей энергией и временем. То есть это, не подумайте, что я продаю, но вот кайдзен планирование именно об управлении своей энергией и своим временем. Научитесь управлять своей энергией, это главный ваш ресурс. Научитесь управлять своим временем, это второй главный ваш ресурс. А деньги это потом. Приобретайте третий ресурс, знания. И когда вы управляете своей энергией, временем, и у вас есть ресурс под названием знания, деньги придут
автоматически как побочный продукт вашей эффективной деятельности.